Всем привет! Сегодня я спустился на разведку в нашу овощную яму под полом и обнаружил такую вещь. На улице у нас стало всего минус 2, минус 4 градуса, и картошка у нас поплыла. Вот с такой картиной мы столкнулись. Сама яма у нас сухая. Если судить вот по канавке для возможного водоотведения, да, весеннего, земля аж вся потресканная, здесь сухо. Значит, прокололись мы с температурой. Вот у нас вход с улицы в яму. Он завешен, утеплен, и в прежние года этого было предостаточно. Но в этот год нас подвела погода, я так понимаю. В этот год у нас очень мало снега, и поэтому, как мне кажется, наш фундамент вот так вот промерз. Не хватило теплоизоляции снаружи. Огромные сугробы, которые раньше наметало вокруг дома, скорее всего, служили хорошим утеплителем наподобие заваленки. В этот год этого не случилось, и в результате мы получили минусовую температуру прямо в подполе. Также наша ошибка была в том, что градусник для измерения температуры, да, в яме находился слишком высоко от пола и постоянно показывал нам хорошую приемлемую температуру в плюс 5 градусов. А на деле на полу оказалась минусовая температура, которая у нас и подпортила наши запасы. Ну, расстраиваться сильно не будем. Нет худа без добра. И эту всю картошку придется скормить животным. Но не в таком виде, как она есть. Будем ее перемывать, варить и кормить.
Ну что сказать, теперь наши хрюшки будут вдоволь питаться картошкой. В их рацион это будет теперь входить в приоритете. Так что, что бы ни случилось, что бы в хозяйстве не испортилось, свиньи в помощь, съедят все.